Ребята, вот вы пришли в Пушкинский дом, да, Институт русской литературы. Вы, наверное, хорошо знаете Пушкина. Да. Ну вот твои любимые строки, которые первые приходят в голову Пушкинские. Мои любимые строки от Александра Сергеевича Пушкина – это… Я люблю все его произведения, поэтому сложно выделить какие-то особенные. Ну, что крутится в голове? Ну… А у тебя что-то люблю крутится в голове? Люблю тебя, Петротворение. Ну, а дальше? А когда весенних поэн… Вот вы знаете, я учился в советской школе. Я тоже. И нам преподавали Пушкина определенным образом. Да, определенным образом трактовали дуэль Пушкина, так сказать, его ссылки, которые на самом деле служебными командировками были. Трактовали все-таки, ну, как вольнолюбивый поэт. И многого о Пушкине вот сейчас. Я чем больше узнаю, тем больше понимаю, что мы многого не знаем. Вот говорите, вот в мое время так-то преподавали. В ваше же время, и, вряд ли вы меня намного старше или младше, вы какие-то очень хорошие учителя. Они преподавали так, как иным и не снилось. Вот в чем дело. Я вряд ли вам скажу что-то новенькое. Я потребитель пушкинистики и не творец ее. Делают свой проект. Эти проекты все разные. Вообще, чем больше узнаешь Пушкина, тем больше убеждаешься, что главного чего-то мы о нем не знаем. Вот Корней Чуковский в 1934 году написал даже статью «Засекреченный Пушкин». Вот как вам кажется, почему сегодня до сих пор еще масса документов не опубликована? Многих фактов мы не знаем. Исчезли документы, не найден дневник Пушкина. Ну вот почему Пушкин засекречен? Нет, я думаю, что все-таки нельзя согласиться с этим утверждением. Пушкин не засекречен. Думаю, мы знаем Пушкина очень много. И очень часто то, что мы считаем утраченным или потерянным, в реальности не существовало. Это домыслы и мифы. Другое дело, что всегда, во-первых, в ходе истории что-то теряется. Это во-первых. А во-вторых, что могут еще более важно. С течением времени автор всегда, тем более такой, как Пушкин, и писатель, и человек оборачиваются к нам какими-то своими другими сторонами. Поэтому он и не исчерпает. Каждая новая эпоха не видит в нем другое, но обнаруживает то, что раньше было менее занятно. Ну, такое ощущение, что мы вообще пребываем в каком-то сладком мифе о солнце русской поэзии. Я вот, например, сегодня буквально узнал, случайно, да, что известная строка «Чувство доброе я лирой пробуждал» – это не пушкинская строка, это строка Жуковского, который, по сути говоря, исказил замысел памятника, когда редактировал уже его посмертные сочинения, публикации. Ну, вы знаете, во-первых, опять-таки, я вижу, что мы все время вступаем с вами в некоторый спор. Не стоит говорить «исказил». Василий Андреевич Жуковский взял на себя тяжелый, и, как видно даже по вашей реплике, неблагодарный труд, благодаря которому Пушкин во многих своих шедеврах дошел до читателей, ибо многие тексты Пушкина не печатали. Это во-первых. Во-вторых, ну, знаете, я думаю, что миф о Пушкине, представления о Пушкине, они очень разные у разных людей. Это очень зависит и от культурного кругозора, и от установок. И самое главное, от способности мыслить самостоятельно, а не повторять то, что нам сообщают. Но, к сожалению, часто средства массовой информации очень часто ведь дают далеко неадекватные представление о том, как воспринимается, например, Пушкин или другой автор современным культурным сознанием. А что же побудило Чуковского все-таки сказать о засекреченном Пушкине? Во-первых, это 1934 год, да, вы сказали, все-таки очень давно, когда как раз действительно реальный Пушкин после революции стал доходить до читателей. Действительно, правка Жуковского стала убираться. Некоторые тексты впервые стали появляться. Я думаю, это. Ну, а другое, не знаю, все-таки не пушкинист. Поэтому лучше узнать у серьезных специалистов. Спасибо большое. Вот вы знаете, чем больше я изучаю наше все, тем больше убеждаюсь, что мы главного не знаем. Чем занимался секретной миссией на государственной службе Александр Сергеевич Пушкин? Был ли этот дуэль роковым заговором или просто семейным треугольником? Ну и много других фактов, о которых Чуковский в 1934 году сказал, что засекреченный Пушкин.
Вот как вам кажется, когда же Пушкина рассекретят? Или он опасен для любой власти? Знаете, я очень с пиететом отношусь к этому месту. Это где я, наверное, не могу произносить никакие свои суждения, потому что это очень большое имя для русской литературы. Я заканчивала филологический факультет, где я работаю. И когда-то еще студентка, я ходила на лекции, рассказывали о том, что Пушкин привнес русский язык настоящий, что до него русский язык был очень косноязычным. Хотя это, может быть, такая тенденция начиналась ранее, но вот о любви, например, в «Бедной Лизе» Карамзина говорили одой Ломоносова. А Пушкин принес вот эту всю изящность и красоту, которую мы имеем. Поэтому и имя Пушкина связано с тем, что я, свои суждения очень трудно говорить о его личной жизни. Другой такой момент удивительный, который мне кажется, который стоит обратить внимание, это вот такая мифология вокруг его имени, потому что считалось, опять-таки, не специалистами, а обывателями, считается, что он много придумал. Он человек с огромного ума, человек колоссального юмора, и в его дневниках, например, любовная лирика, было очень много каких-то вещей менее романтичных, чем это может показаться. А свою жизнь он закончил тем, что он отстаивал честь любимой женщины. Поэтому вот этот романтизм, который был свойственен его стихам, и который, казалось, был покрыт циничностью, он на самом деле получился совершенно вот так, как он планировал в стихах. То есть его романтизм одержал начало над всем, и его трагическая гибель – это в некотором смысле такой апофеоз. А зачем он зашифровал 10-ю главу, причем так, что столетия никто не мог расшифровать? Я не знаю, не могу исторически ответить на это, но я думаю, что язык сам в себе несет огромное количество шифровальных моментов. Поэтому, поскольку он был такой умный человек, я думаю, что он шифровал ради любви к искусству тоже. Потому что язык несет в себе очень часто больше, чем мы думаем. Говорят, что он занимался и профессионально, на государственной службе, работал в отделе дешифровки. Политических этих моментов я не знаю совершенно. Не читал и не могу вам сказать. Ну вот так, что и остается Пушкин засекреченным, как Чайковский в 1934 году сказал. Правда, да, я не знала, я не стала этим. Вот мы сегодня присутствуем на таком уникальном мероприятии, презентации цифрового издания, маленьких трагедий Пушкина. Но вы знаете, чем больше изучаешь Пушкина, тем больше возникает чувство, что мы главного о нем не знаем. И вообще находимся в тисках какого-то мифа о солнце русской поэзии. Основные вопросы о причинах дуэли, чем он занимался, Пушкин, на государственной службе, и масса других остаются без ответа. Многие документы не опубликованы. В связи с чем Чуковский еще в 1934 году написал статью «Засекреченный Пушкин». Вот как вам кажется, кому выгоден засекреченный Пушкин? Я думаю, что это, то, что вчера рассказали, это есть миф, конечно. Потому что все публикуется, никакой цензуры нет, работа ведется, другое дело, действительно, очень многие вещи еще не сопоставили, и книжка, биография Пушкина по-настоящему пока еще не написана, зато изданы несколько томов жизни и творчество Пушкина, которое начинало еще Целовская. Но ничего катастрофического, ничего конспирологического в пушкинистике, Василович, я такого не знаю. Блестящая лекция о принципах и содержании. Создается впечатление, что мы купаемся в таком сладком сочиненном мифе о солнце русской поэзии, который щедро финансируется государством. На нем защищаются докторские диссертации, пишутся большие монографии и так далее, и так далее. Хотя на самом деле факты, вот такие жесткие факты, они, несколько искажают эту радостную картину. Все, конечно, не так и красиво, но эти факты предпочитают не комментировать, замалчивать. Вот у вас не создается впечатление, что и сегодня Пушкин засекречен, что засекреченный Пушкин был выгоден и правительству Николая Первого, и правительству Сталина, и сейчас. Вы знаете, я не специалист по Пушкину, к сожалению. И я работаю в музее Толстого,
И, Толстой тоже полностью не опубликован? Толстой опубликован практически полностью. Ну, абсолютно. Практически, но не все. Да нет, на самом деле все, потому что можно сказать, что Толстому повезло в этом отношении, и люди, которые осуществляли знаменитое 90-томное юбилейное, как оно называется, собрание сочинений, им удалось получить и высочайшую тогда политическую волю на публикацию всего Толстого, да? И, может быть, это связано с отношением Ленина к Толстому, но это такая довольно беспрецедентная история. Дело даже не в этом, а дело в том, что сейчас уже можно не говорить о том, как использовалась литература в 20 веке и как государство относилось к своему наследию, совсем тоже неплохо. И то, что у нас такая серьезная академическая наука, только это подтверждает. Но важно сказать, важно, что вот подобного рода проекты, как Пушкин Диджитал, они говорят об очень важной тенденции. И эта вещь случится рано или поздно, движение началось, совершенно очевидное. Случится рано или поздно, все зависит просто от того, насколько у нас хватит сил внимательно, аккуратно, тщательно, со всем уважением это сделать. Я уверена, что в самое ближайшее время все рукописи Пушкина, Толстого, других писателей, которые у нас есть, они все окажутся в доступе, в открытом доступе для всех. Вот в 1934 году Корней Чайковский написал статью «Засекреченный Пушкин». Вот, и чем больше я, вот, например, изучаю Пушкина, тем больше возникает вопрос. У вас нет ощущения, что мы как-то находимся в каком-то сладком, таком сочиненном мифе о солнце русской поэзии? Ну, у меня есть ощущение, что Пушкин практически не отличим в нашей памяти от Ленина. То есть в смысле сочиненности мифа, это не обязательно, что миф представляет себя Пушкина очень хорошим, он на самом деле был нехорошим. А в том смысле, что этот конструкт, который смотрит на нас с пьедесталов, с страниц школьных учебников и так далее, это результат многих юбилеев, действий в области политики памяти и так далее. И, в принципе, уже мало походит на настоящего человека. И вот этот культ, особенно связанный с местами, значит, здесь был Пушкин, здесь выступил Пушкин, здесь еще что-то произошло. И такие штампы, такой вектор восприятия, который уже задан конкретно на него, он, конечно, сильно мешает делу. И в данном случае, мне кажется, сравнение с Лениным уместно, потому что того же Ленина, ну а что мы знаем на самом деле о Ленине, как о человеке? Ну, о ком долгое время мы не знали, оказалось, что Ленин был во многом засекречен. У вас нет ощущения, что Пушкин, его жизнь во многом засекречена? Ну, у меня есть ощущение... С целью захоронения мифа. Ну, я не знаю степень секретности касательно разных источников, связанных с Пушкиным, но то, что вектор восприятия Пушкина задан определенный, и нам, мы же фактически этот вектор там, с молоком матери, то есть это с первого класса и так далее, и так далее, и нам поэтому даже как исследователям сложно потом поменять немножко ракурс восприятия. Гаврил Николаевич, вот вы автор этого электронного академического издания, цифрованного. Давайте мы будем точны. Я автор концепции этого электронного издания. Издание осуществлено на материале тома академического собрания сочинений, подготовленного в отделе пушкиноведения. В данном случае это 7-й том драматических произведений, у которого есть свои авторы. Я здесь выступаю исключительно как бы инициатор идеи создания электронной версии академического издания. Вот вы знаете, я чем больше изучаю наше все, тем больше убеждаюсь, что мы главного о солнце русской поэзии не знаем. А именно? Ну, в частности, о роли Донзаса в известной дуэли, пропавшие два листа его показаний. Собственно, что сама была по себе эта роковая дуэль? Семейный, так сказать, банальный треугольник любовный или заговор против поэта? Лотман считает, что это был заговор, даже, так сказать, да. И вот много таких, даже Корней Чайковский в 1934 году опубликовал статью «Засекреченный Пушкин». Возникает, и он тоже спрашивал, а когда же, собственно говоря, рассекретят
нашего Пушкина, чтобы мы могли понять, чем же он занимался, какой секретной работой на государственной, так сказать, службе. И много-много других частностей, которые до сих пор становятся неясными. Вот как бы вы ответили, когда, собственно говоря, рассекретят нашего Пушкина до конца? Смотрите, если вы предполагаете, что существуют какие-нибудь тайные секретные документы, которые не опубликованные, к сожалению, я должен разочаровать вас так же, как и нас. Нам они неизвестны. А верно, что в «Маленьких трагедиях», в частности, в «Скупом рыцаре», Пушкину в рассказе Альберта, он упоминает об анекдоте, когда скупой, так сказать, лаял за место пса. И этот анекдот вообще изложен намного раньше Державиным, хотя имеет еще более раннюю природу. Вы знаете, я не знаком с этим сюжетом. Вот видите, сколько тайн, узнаешь. Конечно, и это интересный сюжет. Мы не знаем, о чем человек думал. Но, тем не менее, мы знаем, что одним из последних предметов, которые он держал в руках, была книга четырех поэтов, и он написал своей знакомой записку с просьбой ее перевести и издать в «Современнике». И такого типа косвенных фактов очень много. Может быть, они дают нам намного более, на самом деле, глубокое представление о том, как работало сознание поэта, о том, что для него в последние дни было важно, чем дневник, в котором, как нам мечталось бы, все было написано впрямую. Мы продолжаем эту традицию. Совсем недавно у нас представление уникального издания, я имею в виду «Путешествие Тургеневых», да, так сказать, оно было буквально неделю назад. А сегодня мы представляем абсолютно новый проект. Почему абсолютно новый? Я не буду о нем долго говорить. Этот проект сегодня, модель этого проекта, я повторяю, модель этого проекта будет сегодня обсуждаться. Филология когда-то занимала очень почетное место в культуре. Сейчас она, если сказать откровенно, отодвинута далеко на периферию социальной жизни. И можно было бы обвинить в этом культурную деградацию общества. Но если посмотреть на вещи вполне честно, то станет очевидна и другая причина. Академическая филология все больше и больше замыкается на самой себе. И если мы продолжим путь в этом направлении, то мы и на самом деле окажемся в башне слоновой кости, и понятно, что это путь в тупик. Преодоление этого разрыва – это прямая ответственность гуманитарной культуры, потому что именно гуманитарная культура и гуманитарная наука отвечает за осмысление культурных процессов в целом. Этот проект имеет очень большое теоретическое значение. Не раз размышляя о новых задачах, встающих последние десятилетия перед историей литературы, я всегда ощущал и не раз говорил в самом общем виде, что эти проблемы, на которые обратили внимание лет 20-25, может быть, еще в знаменитом номере НЛО, об этом говорилось, эти проблемы можно решить только при помощи новых технологий. Эти проблемы поставлены именно новыми цифровыми технологиями, совершенно другим информационным пространством, в котором мы оказались, и решительно в книжном нарративе невозможно. Это я ощущал. Но как решить? Я совершенно не представлял. А вместе с тем, увидев этот проект, я вижу, что здесь, конечно, не предложено решение. Это было бы, вы знаете, с моей стороны, могу слишком по-нигерийски сказать. Но, во всяком случае, это шаг к постановке такого рода проблемы и, может быть, приближению к решению в этом направлении. Сайт хороший. Работать с ним удобно. Пользоваться я им не буду. Это я сразу скажу. И знаете, в чем дело? Главный недостаток... Хорошо. Главный недостаток современных сайтов заключается в следующем. Мне нужно 100 грамм, а мне нужно 4 тонны. Вот куда ни зайдешь, одна и та же проблема. Поэтому я возьму что-то попроще. Это первый вопрос. Второй вопрос. На какую аудиторию это рассчитано? Только на специалистов. То есть нормальный человек в этом разбираться не будет. Не будет разбираться, я вас уверяю. Значит, в свое время я купил книгу, изданную по революции. Называлась она «Майков.
рассказы о русской истории. И под заголовок «Для детей и народа». Так вот, если перевести эту метафору на сайт, то из него нужно сделать лайт-версию для народа. Понимаете, 30 стихотворений, пару повестей и десяток самых интересных комментариев. А если уж человек заинтересуется, тогда он может пойти лучше. То есть все романтические представления, что народ кинется смотреть этот сайт, они будут отвечать. Потому что это все-таки для специалистов, которых очень-очень мало. Спасибо. Безусловно, дело абсолютно нужное в условиях информационного общества, безусловно. Но возникает ряд вопросов. Мы как бы отталкиваемся от некой данности, то, что эти тексты существуют, но уходим от вопроса о том, что многие тексты, многие письма, многие факты жизни Пушкина до сих пор не найдены и не опубликованы. Вот здесь перед началом заседания была экскурсия, школьники приходили, смотрели музей. И я поинтересовался у школьников: ребята, пожалуйста, вы знаете Пушкина? Да, мы знаем. Прочитайте, пожалуйста, строку пушкинскую, которая у вас в голове сидит. Никто не смог прочитать ни одной. И вот сегодня совершенно случайно по ссылке, да, которая будет и в этом проекте, я нахожу, что оказывается пушкинская, мы все мы знаем строчку, и чувства добрые я лирой пробуждал. Да, и мы считаем, что это Пушкин. Проходим по ссылке и обнаруживаем, что Пушкин написал совсем другую строчку. И долго буду тем, любезен я народу, что звуки новые для песен я обрел. Вот школьник проходит по этой ссылке и спрашивает Марью Ивановну: Марья Ивановна, так мы кого учим вообще? Пушкина? Я чувство доброй лиры пробуждал. Или Жуковского, который отредактировал эту пушкинскую строку. Или другой пример. То же самое по ссылке, по гиперссылке. Заходит на, на цитирование Юрия Лотмана в связи с дуэлью и спрашивает Марья Ивановна, а Юрий Лотман пишет, что Пушкин стал жертвой заговора педерастов. Это правильно? Спасибо, коллега. Спасибо. Благодарю вас, Игорь.